А вот и первая тренировка сегодня подъехала. Вот, сразу же работаем. Может, завтра? Все, лежим. Я говорил быть готовым вообще. Я готов, на самом деле. Так, время замера у нас, перед тем, как начинаем заниматься. Это еще не талия, нет, сначала надо... Нет, сначала надо живот замерить, а потом талию, да, Леш? Тема, а потом тут надо мерить. Потом живот. С ребятами будет первая тренировка. Первая тренировка будет круговая, втягивающая. То есть мы входим в режим, тренируемся дома. Задача Майи немножко подскинуть в объемах и весе. Задача Дана реабилитироваться после операции, потому что ему нужно разрабатывать мышцы, тело, так как у него случилась недавно беда.